Короче, ребята, я вообще, я сейчас увидела и охерела. Типа, вот как, вот так, как так можно? Просто как такой здоровый жлоб может прыгать, блядь, на маленькую буру? Просто мне несло. Блядь, жалко, меня там не было. Очень жалко, что меня там не было. Не, может быть, не, может быть, оно и к лучшему, конечно, но... Ситуация сюр, конечно. Я надеюсь, с девчонками все нормально. Хотя можно его в Петрозаводске, да, встретить? С поезда снять? Как думаете?